для кого-то будет то, что отличный момент и отличная передача была. Так вот, ворота сегодня защищает Кертис Сэндфорд. И все-таки шайба в воротах уже буквально на первых секундах. Ударное звено отличилось. Очередная шайба этого какого-то фантастического звена команды из Ярославля. Анисимов, Плотников, Галимов. Сергей Плотников, про которого мы уже говорим, игрок национальной сборной, открывает счет в этой встрече. Вы знаете, вот в североамериканских трансляциях очень часто перед началом обозначаются так называемые ключи к матчу. То есть за счет чего считать некой афишей этой встречи. Лично мне было очень интересно посмотреть еще один. Ну, смотрите, как невнимательно. Причем Малкин ошибся, и Эмиль Галимов сразу идет по домашних против Сибири, Металлурга из Новокузнецка и Хабаровского Амура. Металлург продолжает борьбу за лидерство Восточной конференции. Вот эти четыре команды. Бросок с неудобной руки. Ах, нет. Чернев его накрывает. Магнитогорцы пытаются провести быструю контратаку. Дмитрий Михайлов. Передача на Ходжмана. Бросок и 1-1. Здорово все было разыграно. И Кертис Сэндфорд. Не знаю, куда уж он так сильно начал смещаться в левую сторону. Вообще практически бросил ворота. Последовал нить. Ну, как минимум двух игроков. По-моему, вся тройка сменилась. Артем Анисимов появился на льду. И два защитника. Малкин успевает опуститься на лед. Кертис Сэндфорд. Ворот. Удаль. Ну, насколько мне известно, есть игроки, которыми не очень довольны. Классно! Платонов получает передачу. Ну и практически не то, что с метра, там с сантиметров шайбу отправляет в ближний угол ворот Кертиса Сэндфорда. Тоже сами Леписта. Именно он сейчас бросил Платонова. Куда он поехал? Вот иногда в игре не всегда получается выполнить то, что разбиралось. Ох, какая передача! Один из двух. Ну, один из трех. Сухарелла. Бросок от синей линии. Сэндфорд с трудом отбивает еще. И все-таки забивает. Райан Уралли. 3-1. В сезоне в Колорадо. Ну, там знаете, какая ситуация? Да, он стал лучше. Но не завершались и не раз. И тем не менее, просто как статистика. Последний раз Локомотив уступил дома 28 ноября. 2-3 проиграли они Акбарсу. Мазякин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а это шайба, конечно же, Сэндфорда. И, знаете, в сторону ворот. Ну, очень удачно. Виктор Антипин. Поставили, может, там и клюшку. Все может быть. Там, да, еще. Бесценное качество. К тому же, если у Кулемина еще и с результативностью хорошо, как вот было пару лет назад в Торонто. Малкин. И еще один бросок, и 5-1. Ближний угол, шайба влетает. И еще раз обращаю внимание, вы посмотрите, как ходит шайба у магнитогорцев. Болельщики Локомотива, Бернацкий, великолепный бросок. Какое третье звено находилось на льду. Вы знаете, вот после матча с ЦСКА задавал я вопрос Тому Роу. Я как-то трансляции уже рассказывал. Ах, а нет. По поводу того же там, Егора Яковлева, который две ошибки совершил. То есть 1-5. Порадоваться хорошему силовому приему. И Ходжман! Только что не попал в ворота. Но, знаете, я думаю, что и... Ну нет, не будет здесь штрафного броска. Семен Варламов. Видите, можно даже сказать, в какой-то степени легендарный. По 31 баллу было у того и другого. Вот у Евгения сегодня балл один набрал. Зуккарелло, Куликов. Ну, я понимаю, что сейчас вот, что называется, искорки достаточно, чтобы вспыхнул конфликт, когда одна команда так существенно проигрывает. Это континентальная хоккейная лига. Чемпионат России по хоккею сезона 2012-2013.